нашли отель. Ну, когда была ночь, мы сладко спали. Мама очень болит. Все. А потом мы испробовали один план до мамы. Я сказала, почему как эту штуку? И вот на нее полилась вода. Она очень разозлилась. Давай с ней еще там искал камушки красивые. Мы взяли себе новый красивый отель. Мы ходили куда-то, вызывали такси. Мы в ресторан ездили. Папа меня научил плавать. А последний день было море самое горячее. Вечером там устраивали возле моря вечеринки и всякие открывали маленькие магазины. И есть такой батут там, где можно прыгать, переворачиваешься там высоко. Ну. Как мы делали песочные замки. И мама говорила, у кого лучше. Ну там ведерко, какие-то пасочки брали, насыпали, может, какие-то камушки или ракушки туда еще ложили. Я ездила в Одессу. Мне больше всего понравилось это пляж. И там было жарко, и море, и медузы. Там были скутеры водные. Для взрослых есть не глубокие, а для маленьких глубокие. Там все кричали «Девушка!». Это кто в разные страны ездит? В горы, может еще ездит в Египет, в Киев, в Бучу. Это человек, который путешествует по разным странам. Он может нанять такую профессию, а может сам захотеть путешествовать по разным странам, может сам захотеть быть путешественником. Бывает и сложно, утомительно и грустно. Какой путешественник? На море, в Карпаты. Но он путешествует в разные страны, и там у него встречаются разные истории. Они могут ехать в Апландию, в Одессу и в Киев. Okay. Надо папу чмокать в лобик и погладить по головке и сказать, ты самый лучший, ты для нас незаменим. Он тогда захочет сразу выполнять любое дело, и при том, что очень быстро не угонишься за ним. Дама сдавала багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испугу считают они. Диван, чемодан, саквояж, картину, картонку. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, у корёв стоит большой зверошенный пёс. Хватили его и в багаж. Приехал в доме Житомир. Носильщик 15-й номер везёт на тележке багаж. Диван, чемодан, саквояж, картину, картонку. А сзади ведут собачонку. Собака как зарычит, а башня как закричит. Разбойники, уроды, собака не той породы. Позвольте, мамаша, на станции согласно по вашей квитации от вас получили багаж. Однако за время пути собака могла подрасти.